Барфорд с мячом. Каспер Уэйр против него защищается. Довольно плотно, близко. Барфорд 2 секунды на бросок. Ой-ой-ой, вот это противостояние Барфорда и Уэйра должно было примерно так закончиться. Броском от щита, попаданием. Ну, можно сказать, что этот бросок тянет на ключевой. Возможно, попадание игрового дня. Конечно, забегать вперед не будем. Еще 47,5 секунд. Но это действительно очень важное попадание. 8 очков, 8 подборов. Ближе всех в этом матче к дабл-дабл. А вот и Левио Жаншар радует нас красивым моментом. Возвращает армейцам двузначное преимущество. Смутное впечатление о себе оставил, но по ходу уже нескольких матчей у нас первые алиупы. Это Джош Перкинс и Октавиус Эллис, который набирает 10 очков из 19 очков Уралмаша в первой четверти. Видны, точнее, преимущества. По габаритам. На площадке Уникса наброс на Бако! Дмитриевич здесь сразу троих защитников стянул. Бако уже караулил. Бам! Двух рук. По 21 номера. Минченко сказал, никаких бросков после свистка по моему кольцу. Ратон Мейс сказал, что я тебя понял, буду бросать исключительно тогда, когда мяч живой, или отдавать такие передачи на Сергея Балашова. Очень много внимания сейчас было приковано к Ратону Мейсу. Отличная передача на Балашова, и у того не было других вариантов, кроме как мяч втыкать сверху. Очень долгое развитие. Уже видно, что бросок будет в лучшем случае за 5 секунд до завершения владения. Ох, а это было красиво. Двойной день авиации в исполнении Тайрелла Нельсона. Его обманное движение было таким правдоподобным, что на него купилось сразу 2 игрока Астаны. Валит на Воронова, передачу какую отдал, и так ступенно накрывает Воронова. Здорово выпрыгнул на подстраховку игрок Минска и абсолютно чисто накрыл Евгения Воронова. Опять же напоминаю, в 6 матчах за казахстанский клуб Маркел Джонсон. Маркел Джонсон перевисел здесь всех в воздухе. Атаковать. Хорошая передача на Томпсона, и Джеймс дарит нам самый яркий момент этого матча. Сколько злости было в этом танке, в этом моменте. Конечно, и оборона ЦСКА здесь прозевала центрового Самары. Персел снова играет изоляцию, идет внутрь и забивает через Левио Жаншарля. Донес он сверху этот мяч, казалось бы, Акун Персел обычно аккуратно перекладывает мяч кольцо лейапом, но здесь агрессия все-таки превысила. Вот это момент. Акун Персел с левой руки, с его любимой, забивает через Левио Жаншарля.